я всегда считаю, что вот в жизни питание – это 50% успеха всей жизни. Я всегда привожу пример. Вот если у вас или у кого-то есть дорогая машина, вы то не зальете в нее там какую-нибудь смесь нехорошую, а зальете хороший бензин. Вот наш организм – это тоже очень сложная машина, созданная Всевышним. Не просто набросайте, не просто сварите, а варите так, как для любимой бабушки, для маленького братика, для своей мамочки или для любимого папы. Вот тогда будет пища очень вкусная. Реклама, конечно, двигатель прогресса, но двигатель вот сейчас регресса, потому что все эти чипсы, они, конечно, йогурты, все эти майонезы, кетчупы, которые искусственные, они извращают вкус. Дети действительно не чувствуют вкуса хлеба, запах хлеба очень вкусный. Подержишь во рту его, почувствуешь вкус. И потом он не хлеб становится, а хлебушек. Подходит и говорит, вот я и дома буду кушать кашу. Я считаю, что это очень большой успех. И, в общем-то, это грамотность вот по отношению к своему организму. Карелия, да, очень помогает. Казалось бы, вот холодный край, но тем не менее природа дает такую ценную ягоду, как чернику. Брусника – это настолько мощная ягода, мощнейшая. Медвежья ягода. Медведь, когда просыпается, он идет и собирает вот эту вытаявшую бруснику, которая перезимовала, очень сладкую, и кушает ее. Клюква, брусника, морожка. Ну, это просто золотые ягоды. Север тоже защищен в витаминном отношении. Очень приятно, когда вот подростки уходят в поход, такие бледненькие, серенькие, а приходят румяные, загоревшие, с блеском в глазах, улыбчивые. Ну вот это просто разительная перемена в детях.